Дорогие друзья, я приветствую вас. Сейчас за моей спиной немецкий орган, а в моих руках книги с немецкой прозой, которые я хочу рекомендовать вам почитать. Это знаменитый немецкий писатель Герман Гессе и его сочинения «Росхальде», «Нарцисс и Гольдмунд». Это книги, которые я сейчас читаю. Это невероятная проза, которая передает простыми словами человеческие эмоции и переживания, которые затрагивают самые глубины человеческого сознания. Это одна из самых светлых книг «Нарцисс и Гольдмунд» и книга «Росхальде», которая рассказывает о творческом росте, о творческом кризисе художника. Это книги, которые будут понятны каждому, которые будут интересны и в то же время воспитывают в человеке самые искренние чувства и искренние переживания. Приглашаю всех в органный зал филармонии и думаю, что, почитав эти книги, мир органной музыки станет немножечко яснее и интереснее.